Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что могу сказать? Китайские стали все чаще и чаще проникают в наш дом. И вот недавно была выставка «Клинок», которая была проходила в Санкт-Петербурге, и оттуда мне передали вот этот ножик. Это нож Андрея Алексеевича Приказчикова. Он его передал мне сюда для тестов. Ну, все бы, конечно, ничего. Но, конечно, уже вроде как у Андрея Алексеевича я уже все железялки протестировал. Но, когда посмотрел на надпись, что здесь написано, несколько сказать, был обескуражен. Читаем. Прочитали, да? Это VG10 Cobalt. Ну, естественно, AUS-10 Cobalt мы уже знаем, потому что она у меня сейчас пока на тестах. Вот, а вот VG10 Cobalt, об этом я слышал первый раз. Я позвонил ему, спросил, говорю, что это за сталь. Он говорит, это сталь, ну, как бы, это китайская. Вот, но шла именно вот с таким какой-то наименованием, как он мне сказал. То есть, сопроводительными документами, именно так. То есть, я так подумал, что, скорее всего, что китайцы добавили при окончании «ко», для того, чтобы, ну, разделять, я так думаю, кто, как говорится, чатлане, а кто пацаки. То есть VG10 и VG10 Cobalt. AUS-10 и AUS-10 Cobalt. Вот. В общем, мы переговорили он с ним, и он мне сказал, что сталь довольно-таки интересная. Люди ее спрашивают, люди ее как бы заинтересовались. И кто ей уже пользовался, вроде как довольны. Вот. Когда она у него была в продаже, я понятия не имею, но это как-то так спонтанно получилось, что из этой стали я ее первый раз вот увидел, честно говоря, надпись вот именно вот здесь. Я спросил, какая термичка, он говорит, термичка здесь, по-моему, так как он ее термичил, или под аташиту, либо там, может, свои какие-то. Где-то твердость, он мне сказал, здесь 58, где-то 60, скорее всего. Вот. Я его сегодня заточил. И что могу сказать? Сталь по заточке вязкая. Твердость не явно выраженная. Скорее всего, что выражена такая вязкость. Вот. Остроту набрала сталь хорошо. Финиш стандартный 7.5 я сделал, ну, как бы для тестов. Ну и теперь будем смотреть, как он будет резать, как эта сталь покажет себя в работе, и, по крайней мере, у меня. Вот. Как она показывает в работе у других людей, у которых она есть, не знаю, понятия не имею. Сталкиваюсь с этой сталью именно в VG10 Cobalt первый раз. Сейчас все приготовлю сюда и начнем, как говорится, снимать. Самому интересно, что это такое. Вот, но, по его словам, сталь достаточно перспективная, хорошая. По качеству она приятная, он говорит, что она легко управится, хорошо набирает остроту. Достаточно долго держит режущую кромку, это как бы по отзывам людей. Вот. И недорогая. Вот что самое главное. Для бюджетных ножей хорошая, так говорит, сказал, альтернатива. Ну, всем распространенным сталям Бёллер Дехольма, которые были как бы с нержавейки. Ну что ж, давайте посмотрим. Если
сталь действительно покажет хоть какой-то сейчас результат, я не знаю вообще, как он будет, как она будет резать, то я думаю, что вполне возможно, может быть, я и заморочусь с тем моментом, возьму небольшой кусок этой стали, нарежу клинки, как с AUS-10 Cobalt, сделают там 6 разных ножей в разных режимах термообработки и будем смотреть, как эта сталь будет себя вести в других режимах термички. То есть там будет уже крио, выдержки, то есть все дела. Ну что ж, не переключайтесь, сейчас готовлю плацдарм для выступления и начинаем. Все готово, начинаем. Сталь VGK Cobalt, вот такое вот наименование. Термичка, слесарка, сборка полностью Андрея Алексеевича Приказчикова. Твердость, по его словам, 58-60 единиц. Ну что ж, начинаем. Угол заточки 36, заточка первая, я ее заточил. Финиш 7.5, Веневский алмаз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50. Ну что могу сказать? Очень и очень бодро режет. С таким вот аж еле ощутимым хрустом. Очень приятный рез. Пока вот первое впечатление. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41. Это, конечно, зря. 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50. Уже сколько раз говорил Андрею Алексеевичу, если хочешь прислать на тест, пришли коротенький какой-нибудь 120 мм ножик подсадной монтаж.
Здесь длина клинка 155 миллиметров. Очень неудобно им резать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, 47, 48, 49, 50. Ну, я могу сказать, что вот порезал небольшое количество раз. Могу сразу заверить, что VG10 Кобальт отличается вот в данный, даже вот в этом режиме термообработки, отличается от VG10 от всеми известного Спайдберка Эндуры. По резу это такое впечатление, что две разных стали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49. Очень смачный рез. Да, кстати, цена ножа, вот циферки чуть-чуть стерлись, пока я точил. 3000 рублей, если не ошибаюсь, стоял. Вот здесь цена была 3000, да, там нолики. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
Ну, пока еще есть запас прочности. Продолжаем. Раз. Тридцать три.
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот этот участок уже начинает, пошло такое легкое затупление. Уже начинает махрить бумагу, но пока еще. Раз. 10. Так, стоп, это не тот. Это тот, который ядреный канат нахер по помощи попал. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50. Раз, два, три, четыре. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Фух. Я думаю, что еще соточку пока мы, я думаю, сможем нарезать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Запись-то хоть идет. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Но уже надо прикладывать от такого большого усилия. Фух. Начинает затупляться, требует правки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Все, у меня закончился канат. Давайте возьму вот этот ядреный челябинский. 12. Что здесь? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ух ты, ёпта. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Все, стоп. На этом все, конец фильма. Это какой-то челябинский канат, что это просто, просто трэш. Так, все, на этом закончили. На этом закончили. Смотрим. Вот здесь лезет. Все, конец фильма. Итого. А, стоп. Остаточная острота. Ну, здесь очень и очень достойно. Никаких вообще проблем. Грызается в древесину. Очень шикарно. Так, давайте попробуем быстренько восстановить. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
смотрим. Итак, подводим итоги, господа. Так. Ага. Скорее всего, это произошло. Так, не знаю. Вот, вот это сейчас вместе. Постараюсь. Участок показать. Есть один маленький. Где-то вот в этом районе на РК есть маленький-маленький скол, который именно ощущается при где-то вот есть какая-то там фигня на бумаге. Это, скорее всего, что-либо сколы пошли при строгании древесины, либо при вот этом адском канате. Так. Но, тем не менее, что мы имеем по канату? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну что ж. Нож отрезал 900 раз. Я считаю, что это достаточно хороший результат для VG10 Cobalt. Вот. Но почему она так маркируется, понятия не имею. Буду, как говорится, этот вопрос изучать более плотно, почему именно Cobalt она стоит. Сейчас давайте посмотрим справочники, так сказать. Марочник стали, всем известный. АУС-10 Cobalt. Написано, да, что это китайская сталь. Вот сейчас переведу его, сделаю. АУС-10 Cobalt появился на российских сайтах производителя ножей около 2021 года. Российские источники утверждают, что АУС-10, блять, это же я не то смотрю, нахрен, не АУС-10, VG-10. Ну, есть такая Cobalt. Да, вот она. А я про АУС-10 рассказываю. Так, проверяем, транслируем. Так, старое название CR-10, контрагент для стали Takefu VG-10. Высококачественная нержавеющая VG-10 Cobalt занимает очень хорошее преимущество и хорошо держит режущую кровку. Обычно это твердость 60-61 ХРС, хотя для некоторых производителей допускают его до 62. Хороший набор для кухонных ножей, папок, ну, этих складных ножей фиксированных. Хорошая устойчивость к удержанию кромок и коррозионная стойкость. Хорошо работает с высоким полированным, с очень чистым полированным краем. Ну вот. Но, в общем, надо подбирать лично. Вот, если вы планируете использовать на ножи фиксированных фултангом, угол заточки желательно, пишут, как бы изменить. Это я уже своими словами, то, как он перевел, выглядит 10. То есть, получается, что VG-10 Cobalt, такая сталь есть, вот она. Можете посмотреть, это Китай. Химсостав.
Углерода 1,5, ванадия 0,35, хрома 15,5, марганца 1,2, кобальта 1,3, 1,8, этот молибдена 1,20, никель там, в общем, ну и пошли все эти. То есть, что могу сказать? Сталь очень интересная по своему резу. Приятно точится, хорошо набирает остроту, на хорошем уровне удержания РК. Механику я не буду проверять здесь, потому что нож сведен очень тонко, тонкий кончик, банку резать не буду, потому что вдруг, если этот нож будет продаваться, то чтобы он был не, как бы, не поцарапан, без всяких видимых следов эксплуатации. Но эта сталь заслуживает, чтобы взять небольшой кусок на тесты, на пробу и посмотреть, какие будут результаты в другом, как говорится, случае, в других режимах термообработки, с криообработками, там, со всеми, как говорится, делами. Ну что ж, пока лично мои впечатления об этой стали VG10 положительные, тем более, что я держу именно VG10 Кобальт первый раз вообще в руках. Я даже о ней именно в такой маркировке никогда не слышал. Ну что ж, теперь есть к чему стремиться. Надо будет посмотреть, сколько она стоит по деньгам, сколько будет стоить лист, там, или кусок листа, и сделать такую же процедуру, как и с AU10 Кобальтом, чтобы посмотреть, выявить до конца все ее качества. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. Пока-пока. У кого, кто уже работал и у кого есть ножи из этой стали, пожалуйста, пишите в комментариях, как она себя ведет, как она используется. Если вы их использовали там на рыбалке, на охоте, что, ну, какие результаты и ваши впечатления. Нож, скорее всего, что будет в продаже. Телефон Андрея Алексеевича, приказчика, будет под видео. Если кто захочет его купить, звоните ему. Оплата будет переходить непосредственно к нему, а ко мне только за почтовые услуги, за отправку. На этом вот точно все. Всего доброго. Пока-пока.